Корреспондент нашей редакции Елена Кузовкина стала победителем всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России». Он проходил в Москве при поддержке фонда Андрея Первозванного. Подведение итогов состоялось в конце прошлой недели. Все финалисты были приглашены на торжественное вручение премий. Свои заявки на участие в конкурсе подали представители СМИ из 77 регионов страны. Было 4 номинации – радио, интернет и печатные издания, телевидение. Все материалы на семейную тематику. Елена представила на конкурс серию своих сюжетов о необычных семьях нашего города. По результатам отбора, а среди экспертов были преподаватели журналистики МГУ, представители крупных федеральных каналов, краевое агентство информации попало в десятку лучших телевизионных редакций страны. А Елена Кузовкина получила специальный денежный приз. Когда мне вручали этот диплом, один из организаторов конкурса, тихо, почти на ухо шепнул: «Спасибо вам». Не все региональные каналы позволяют себе вот так по-доброму рассказывать просто о счастливых семьях, без проблем, без чернухи. А мы это делаем, и мне сказали за это огромное спасибо, что у вас в эфире находится время для таких вот сюжетов красивых, добрых, позитивных.